Первые впечатления были то, что он, во-первых, мало места занимает. Чем-то напоминает Свету Костенко, всеми нами знакомую. Вот. Достаточно функциональный в плане того, что вот помимо шведской стенки, ну, привычной, плюс еще есть экспандеры резиновые, то есть, которые можно использовать во многих упражнениях. Работать было удобно. Большой плюс в том, что это немножко, конечно, отличается от моей привычной нагрузки. То есть здесь я получил какие-то другие ощущения, которые, в принципе, ну, тоже мне понравились. Вот, кстати, если дополнительно домой приобрести еще там несколько домов, то можно еще больше разнообразить. Возраст не полный, ограничен. То есть, в принципе, может использовать любой меры своей подготовленности. Каждый сможет себе подобрать оптимальную нагрузку и выбрать комплекс упражнений, тот, который подходит именно ему.